Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Эдди. И в сегодняшнем выпуске у нас будет обзор на такой мод, как свободная камера. Так, кто-то мне звонит, подождите. Так, ладно, пока. Так, как я уже сказал, сегодня у нас будет свободная камера для GTA-шки. И чтобы ее активировать, нажимайте следующие кнопки. То есть следующий чит-код SSMCM. И мы видим, появляется такой вот режим. Режим свободной камеры. Что мы можем делать в этом режиме? Мы в этом режиме можем спокойно передвигать камеру вверх, вниз, налево, направо, вперед, назад, выше, ниже, как вам угодно. Давайте я расскажу про управление. Кнопка W, это, ну, вперед, S назад, ну почти как на автомобиле. А налево, D направо, вот видите, чуть уходит направо камера. Так, кнопка Enter — это подняться повыше. Вот, поднимаемся. Кнопка нолик на нумпаде. На нумпаде нолик — это вниз. Опускаться чуть ниже. Потом кнопочка 2 — это посмотреть вниз. Вот так. Кнопка 5 — посмотреть наверх. Потом цифры 4 — повернуть чуть-чуть наклон камеры. 6. Повернуть наклон в другую сторону. Видим, чуть камера поворачивается так. А кнопка 1 — это уже повернуть камеру налево. Вот. Видим, камера поворачивается. Вот так. А кнопка 3 — повернуть ее в другую сторону. Направо, то есть. Вот так вот. Ну, с управлением мы разобрались. Давайте чуть полетаем в этом режиме. Давайте расскажу сразу, для чего нужен данный режим. Данный режим нужен для, наверное, для того, чтобы делать красивые какие-то ролики, видео, потом снимать, может, какие-то удачные кадры. Но вы знаете, есть же люди, которые, ну, типа фотографов работают в GTA-шке, да? Им нужны красивые ракурсы автомобилей и так далее. К примеру, мы подлетаем к вот этому вот Ремингтону красному. Он уже уезжает, правда. Можем вот так наклон камеры сделать и красивенько сфоткать потом фрапсом или чем вы там обычно фоткаете, я не знаю. Ну, в общем, вот так, суть этого мода вот в этом и есть. То, что мы можем спокойно летать, делать, не знаю, удачные кадры, ролики и так далее. Есть также программа специально, называется CamHack, но я выбрал другой мод, и вообще CamHack — это программа, а вот этот мой мод — это модификация. Так что, ребята, вот такие вот дела. Не знаю, такой вот мод решил сегодня я снять. Не знаю, как вам, но мне кажется, для творческих людей данный мод пригодится. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. И да, чтобы выйти из этого режима, нажмите на кнопку Backspace. И мы вышли с этого режима, ребят. Вот такие вот пироги. Ну что, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Вот такой вот у нас мод. Вот такая вот камера свободная. Что ж, всем спасибо и пока, удачи. До новых встреч и так далее.